Аньяосео, Йорабун. Добро пожаловать на урок номер 9. Официальный сайт, разделы сайта. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об официальном сайте. Официальный сайт очень информативный. Я советую вам пощелкать на все разделы этого сайта, на все ссылки, которые есть, и познакомиться постепенно. Начнем с главного раздела. Раздел Atomy. Когда вы заходите на официальный сайт, вы сразу попадаете в этот раздел. Что здесь есть? Во-первых, в правом верхнем углу вы можете выбрать официальный сайт любой из стран, где Atomy уже открылся. То есть это Корея, США, Япония, Канада, Тайвань, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Мексика, Таиланд, Австралия, Индонезия. Если вы хотите делать заказы с этих стран, вы можете зайти в соответствующий сайт. Если вы хотите регистрировать людей из этих стран, вы также можете зайти на официальный сайт этой страны. Мы находимся на российском сайте. Раздел о компании. Здесь появляются разделы о нас, и здесь есть дополнительные разделы. Обзор, история, ведение, философия, принципы, девиз, песня компании. Я рекомендую со всей этой информацией ознакомиться, потому что знание есть сила. Далее вы можете посмотреть в пиаре, что здесь есть, знакомство с компанией, видео, контакты и так далее. Здесь информация о товарах. Можете посмотреть по календарю, как товары появлялись в Атоме, то есть какая история появления. Про Химахим, интересная информация. И про шестиступеньку. Химахим и шестиступенька, насколько вы знаете, это флагманы компании, то, с чего Атоме начиналось. И бизнес. В бизнесе есть раздел «Маркетинговый план». Можете с ним ознакомиться. Правда, поначалу он мало кому понятен. Но с каждым разом вы будете понимать все больше и больше. И семинары Atomy. То есть здесь информация о компании, которая достаточно полезная. Далее с главного сайта есть быстрые ссылки с главного раздела сайта. Получается регистрация в Atomy, объявление, отслеживание заказов, проверить номер пользователя, часто задаваемые вопросы, история заказов, справочные материалы. Если у вас есть какой-то вопрос, попробуйте зайти в раздел «Часто задаваемые вопросы». Здесь достаточно много вопросов, здесь есть топ-10, есть здесь участие, товары, закуп, доставка и так далее. Очень много различных вопросов. Правила есть. Так. Обновим. Вернемся в главный раздел. Здесь есть календарь, служба поддержки. Если у вас есть какие-то вопросы, можете обратиться в службу поддержки. Быстрая ссылка на маркетинговый план, на образовательные центры. Давайте посмотрим, что нам говорит образовательный центр. Появляется карта России, где отображаются центры, которые есть в России. Вы можете выбрать тот центр, который вас интересует. Это очень удобно, то что все центры отображаются наглядно. Можете посмотреть территориально, где есть какие центры. Так, вернемся на главную страничку. Мой офис. Мой офис. Также есть ссылка здесь наверху. Так, объявление. Давайте зайдем в справочные материалы. Справочные материалы – это те материалы от компании, которые нужны для работы. Договор поставки, письмо о спонсорстве и всякое разное. Информация о регистрации, налогообложении, ИП. То есть это официальные документы, которые вы можете заполнить и отправить в компанию для тех или иных результатов. Можете ознакомиться, что тут есть. Так. Теперь давайте посмотрим. Так, раздел «Магазин» мы рассмотрели в предыдущем уроке. Посмотрим раздел «Мой офис». Раздел «Мой офис». Он показывает ваши ID, обороты ваших структур, ваши личные PV. Вы можете посмотреть свои покупки личные. Можете посмотреть покупки вашей структуры. Можете посмотреть, как выглядит ваша структура и так далее. То есть я рекомендую ознакомиться со всеми этими пунктами. Здесь есть такой интересный пункт, как сценарий моей жизни, мои планы на будущее. Здесь можете распланировать ваше видение вашего идеального будущего, что для вас самое важное, ваши потребности, для вашей души, для сердца, для любви, для окружения и доброты. То есть здесь Atomy предлагает выбрать в каждой категории по два пункта, которые максимально для вас важны. Далее, допустим, давайте на примере. Потребности для жизни. Что важно для жизни?
Ну, допустим, я деньги. Деньги и сбережения. Нет, деньги и здоровье. Пусть будет так. Деньги нет, не деньги. Я пенсия. Не пенсия. Пусть будет бизнес и здоровье. Душа для познаний. Что нам нужно для души, для познаний? Пусть это будет досуг и путешествие. Досуг, путешествие, увлечение. Окей, сердце для любви – это семья, родители. Все в семью входят. Родители – это тоже семья. То есть жена, дети, родители – это все семья. Религия – друзья, муж – брак. Тут, в принципе, большая часть относится к семье. Давайте отметим друзья. Окружение. Благотворительность и международное волонтерство. Охрана природы. Стипендия. Ну, пусть будет охрана природы. Далее. Здесь получается такая диаграмма. Здесь вы можете выбрать картиночки и написать текст. Как вы все это для себя видите. То есть это своеобразное ваше видение, ваша материализация вашего идеального будущего, к которому вы будете идти. Потом план достижения мастерства и жизненный сценарий. Ну, давайте сохраним успешно. Шаг 2. План достижения мастерства. Здесь вы можете расписать, как вы видите достижение своего мастерства. Но для этого вам нужно сначала хорошо разобраться в маркетинг-плане. Признаться честно, я еще сам не заполнял свой жизненный сценарий. Хоть сейчас у меня есть как бы четкие границы, когда я хочу достичь определенного уровня мастерства, я думаю, в скором будущем я как раз займусь этим, когда у меня появится на это время. Итак, что еще есть в моем офисе? Я предлагаю вам постепенно пощелкать по всем опциям, которые есть в моем офисе, потому что мой офис – это очень важный раздел, и вы будете заходить сюда очень часто. И последний раздел – это Channel Atomy. Это как отдельный сайт. Это очень важный раздел, где находится много материалов. Многие партнеры даже не знают об этом разделе. Я советую очень внимательно ознакомиться с этим отделом, с этим разделом Channel Atomy. Здесь есть материалы для бизнеса, допустим, буклеты. Это готовые буклеты, которые можно использовать. Их можно распечатать, их можно использовать для продвижения продукции, для знакомства людей с продукцией. Здесь есть инструкции по сайту, как что работает. Здесь есть видеоинструкции. Можно отправлять эти видео, можно эти видео скачать и отправлять, чтобы люди могли сами делать. То есть смена пароля, смена центра, смена данных, как все это работает. Здесь есть Atomy семинары. Вы можете посмотреть записи семинаров, которые уже прошли в России. Здесь есть информация об Atomy, пока здесь одно видео. Введение компании 2018. Здесь можете посмотреть информацию о товарах, на здоровье, два видео, на Литейн и на Женьшень, и на красоту. Здесь у нас Абсолют, Акванабор и Скалпкер набор из двух средств. Шампунь, кондиционер. И здесь есть у нас Академия. В Академии есть видео «Смотреть всем». То есть это очень интересные и полезные видео. Знакомство с компанией 2019 здесь есть. Рекомендую к просмотру. И есть видео по категории от Пак Хангиля и доктора Ли Ясона. То есть я советую посмотреть все эти видео. К сожалению, иногда эти видео не отображаются, то есть плохо грузятся. Я думаю, это связано как-то с работой сервера. Я думаю, что в скором времени это как-то исправят. Если у вас не получается посмотреть видео через сайт, вы можете это видео скачать. То есть, допустим, если я зайду в это видео, вот здесь можно нажать кнопочку и скачать это видео. Оно весит 142 мегабайта. Так, это все, что я хотел рассказать в этом уроке о главном сайте. Не бойтесь пользоваться главным сайтом. Это инструмент, который подготовили для вас. Это кладезь знаний, официальной информации, с которой рекомендую ознакомиться всем. Всем спасибо, всем успехов!